девочки, здравствуйте, доброе утро. Я сейчас собираюсь на работу, хочу быстренько с вами вместе собраться. Собраться хочу вот с этой палеточки. Отход же с китайского сайта, я вам уже ее показывала, девочки. Это просто шикарная палетка. Я в нее влюбилась. Сегодня хочу еще раз сделать макияж. Вот у меня вот есть такой массажер с Алиэкспресс. Сейчас я хочу помассажировать быстренько свои глазки с утра. Все мы, конечно, встаем утром не красавицами, это всем известный факт. Я не знаю, это вот так многих показывают, она такая встала, умылась и все, и она красавица. Нет, я не красавица вовсе утром. Так, ну, наверное, опять. Так, тут быстренько помассирую, это недолго. Крем я уже нанесла, это я все делаю по крему своему. Все достаточно. Так, хочу бибишку сегодня вот этот от Эвелин добить. Мне иногда бывает, нанесу какую-нибудь маску, а потом прыщик выступает. У нас дожди идут, и идут дожди. Походу, зима куда-то исчезла. Я вообще не знаю, будет ли она. Зато в Сибири фигачит. Мне вчера девчонки выслали фотографии. Это ужас. Сибирь, я за вас переживаю. Крепитесь. 50 градусов. Ну, такого что-то не было давно. Там морозяка, а у нас дождяка льет, 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 льет. Тоже мало хорошего из этого. Широка страна моя родная, как говорится, да? Сегодня хочу вот это взять от Faberlic. Корректор. Хороший корректор. Девчонки, присмотритесь. Вот он. Он как база под макияж. Отлично держит тени. Припудрю вот таким от Art Visage. Пудра тоже заканчивается, селфи. Нравится. Мне вообще от Art Visage много что нравится. Молодцы. Бюджетно. А, вон у меня прыщички соскочили. Вот тут небольшие. Сейчас я их замажу. Я как подростка. Вот этот BB-крем понравился лучше, чем от Faberlic. Вот этот BB-крем я, наверное, еще раз его возьму. Он классно кожу. Не жирнит. И все выравнивает. Видите? Нормальный крем. Так, сейчас быстренько брови. Брови очень много у меня занимают времени. Вот не знаю, сделать, не сделать. Thank you.
меня на макияж очень много времени уходит. Это на оформление бровей. Оформление бровей и ресниц. Красавица. Так, я уже показывала. Вот эта красавица. Шикарная палетка. Сейчас я складочку вот этим проработаю, потом вот этим наложу. Буду растушевывать цветом коричневым. Все как всегда по схеме. Быстро. Ну, надеюсь, что у меня быстро получится, потому что уже на работу. Хотя встаю рано, пока приготовишься, голову помоешь, высушишь. Я всегда голову по утрам мою. Хоть мои эти три волосинки хоть как-то распушить, я всегда голову мою по утрам. Такую легкую тушевочку делаю. Потом беру пудру, растушевываю пудрой все границы. Затем возьму вот этот цвет. Вот этот цвет. В уголочек глаза стараюсь пальчиком нанести. Подвижное веко я хочу нанести вот этот красивый оттенок на подвижное веко. Тоже пальчиком. Спрашивается, зачем тогда нужны кисти, если все пальчиком можно прекрасно нанести макияж, да? Просто некоторая структура теней, я поняла, лучше ложится вот именно пальчиком. Передает тени, передает их пигмент. Смотрите, какая красота, видите? Уголочек глаза нанесу. Вот этот светленький. Тоже заканчивается вот такой. Надо покупать мне для глаз подводочку либо каял.
по низу я вот этим пройдусь. Сейчас я ресницы накрашу и к вам приду. Вот, девочки, накрасила я вот этой любимицы. Это теперь будет моей находкой этого года. Шикарная тушь, посмотрите, какие она делает ресницы. Огромные. Так, теперь вот этот у меня тоже фоколюровский корректор. Одеваешь хайлайтер, возьму розовенький. Оплавлю, возьму вот этот цвет. Румяшечку сделаю. Я тут коррекцию носа посмотрела у одной блогера. То ли хочу попробовать вот этой палеточкой, чуть-чуть подкорректировать свой кончик носа. У меня сегодня на работе такой будет образ руссконародный, хороводный, платье. Как мне нравится эта помада, девочки. Ну вот. Смотрите, какие тени красивые. Сейчас пониже так пущусь. А ресницы, какие она делает, это тоже шикарные. Мне нравится. Сейчас пойду еще прическу сделаю. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливыми, будьте здоровыми, будьте любимыми.